На улице полный, у меня птицы почему-то прям перед окном летают. Вот они прям зависают, как колибри перед окном. Кот сидит на окне и начинает трястись и кряхтеть. Собака просто бесится на улице нон-стоп. Ща повоюем так, что просто вся жопа разорвется. Не думал о прохождении Якудзы 0? Я думаю, я Kingdom Come закончу только в следующем году проходить. Так что нет, я пока вообще ни о каких играх не думаю. Якудза мемная, но на серьезных щах ее трудно играть. Так, типа, чтобы выдавить какого-то контента, можно поиграть. Так, отбивать атаку едем. Так, а как скоростя переключать? А, я помню эту миссию, там сейчас город будет справа, да? А чё он, куда он, почему он не хочет выстрелить туда, куда я смотрю? Ой, ну все, сливаем воду, парни. Здрасте, приехали. Не, стреляй, давай, огонь. В дом попал вместо Урала. Зеро, зеро. По говну дал. У меня башня повреждена. World of Tanks на минимум. Не, ну кстати, неплохо. На танках тут прикольно, но тут я помню вертолеты. Но по-моему я даже проходил эту миссию. Ну вон сидит чмырь. Полетел. Можно ему зло заказывать? Не. Заказывать нельзя. А, за шекель? За шекель, конечно, конечно. Конечно, меня. Конечно, ставь ты. Задача выполнена. Фига он четенько зарегал. Говорит Орешек, атака отбита. Продолжай операцию. Не уничтожай наших, прошу, я постараюсь, блять. До угла. А, атаковать, все, погнали тогда. А я сейчас своих застрелил, что ли, которые в лес убежали? Это были мои, это... Ой, это трак от Кис. Вообще-то я любитель Моргенштерна. Моргенштерн самый прослушиваемый исполнитель в Spotify у меня. Я не вижу, где танки. Эйбрэмс. Сколько он впитает этот Эйбрэмс? Так давайте немного подгасим его пулеметочем. Сколько он впитывает? Все, остановился? Кажись, да. А? Еще? Я, парни, укатились. Так, ну это у меня раненые, да, ребята? Парни, вы что тут устроили дрифт? Мне еще надо будет доджить истребитель, я помню. В какой-то момент сейвится. Я просто еду, блин. Как нитрометанов впрыснуть, так сказать. Чтобы доехать побыстрее. Ступи, дару. Так это мне должны уступать, еду на танке. Ух, что пролетело. Вон стоит, присел, присел, срать. Гранатометчик. ПТ боец. Все, лежать, сосать. Так, один сейв, да, на миссию у меня. Значит, where are you? Вы где? Я здесь, движение, назад в строй. Так, вон они все втроем. Ну, пока я считаю первый трой очень успешным. За исключением того, что у нас щелики мертвы. Внутри сидят мертвые. Разве танки вообще не должны передвигаться с поддержкой пехоты? Точнее, пехота не должна с поддержкой танков. То мы просто хуярим с голой жопой, так сказать, вперед. А, там будет, кстати, соплю. Соплюшечка. Я не знаю, как-то надо, чтобы подхилять, наверное, надо всех высадить, да? И потом как-то всех посадить. Это безвыходная ситуация, мы правим обороны врага единственным взводом. Так, и мертвецов. Все, в бой, парни.
приказ атаковать по выбору. Опа, вот это наш парень. Да как он быстрее меня залочился и выстрелил, я не понимаю. Вот это. А как мне приказать всем починиться, пойти к тому грузовику и починиться? Все занять тех... А, нет, они хотят сесть. Грач, мы на месте, начинаем работать по Абрамсам. У меня ноль пулемета. Перезарядка машины с амуницией. Монт, все, погнали. Грачи тут устроили лютое просто месиво из Абрамсов. Они за мной катятся вообще или не катятся? О, они за мной не катятся. Ой, я просто нажал на соплю, и они все пытаются сесть, я так понял. Причем они уезжают от меня, они отдаляются. Или они по дороге просто едут. Все, ну я их вроде на следующую точку отправил, они сказали Роджер. Так, это наши, да? Так это же наши! Гранатометчик, уже не наши. Наверное, против пехоты фугасной надо заряжать. Найми, да это вообще бесполезно в этой игре. Карта, список квестов. Они их на ходу придумывают, эти квесты, эти списки. Что-то деревья падают, какая-то катится, походу. Меня сейчас волнует, какого у меня стоит... Я нажал Alt Escape, случай. Какого у меня стоит сесть им в соплю? Почему они за мной не едут? Вот что у меня не сейчас на карту, абсолютно. На карту, на квест. Мне, почему они за мной не едут? Вот они в пути, но они просто стоят. Куда-то выходит второй. Куда он выходит? Ехали бы они сами. И все. Полной безалаберности. Ну да, рассос, рассосало пацану. Дед, на связи вторая. Мы сделали это. Орешек, спасибо за помощь. Да не за что. Это Орешек, вторая. Спасибо, в стакан не нальешь. Я понял, готовьте тару. Дед, на связи. Орешек, что мне насрет в тарелку? Вместе с старой. Ко мне на доклад вместе с старой. Вода слита с первого трая. Доволен. Полные штаны танкистов, так сказать. Защищать дорогу на Монтигнак. Ваша задача — удержать дорогу на Монтигнак. Нашим основным силам требуется время для передислокации и развертывания нашего нового эшелона обороны. Также необходимо эвакуировать полевой госпиталь. А так на вашей позиции участвуют мотопехотные танковые соединения противник. Теперь еще буду против танков и пехоты. Вот суки. Мы уже третью атаку отбили, а они все прут и прут. Когда же это им надоест? Боюсь, реально, что не скоро, Петя. Петя. Твою мать, ну сволочи. Прицельно долбит. Парни, мне просто не видно. Да почему они по мне-то прям в лицо бьют? Это Гром, корректировщик убит. Как поняли меня? Прием. Все, теперь еще и без артиллерии остались. Вторая арма была бы интереснее. Я говорю, почему FP, почему не что-то новое? Я даже когда-то мечтал пройти арму третью. Корректировку беру на себя. Конец связи. Это просто бесконечный. Заменить корректировщика. Взять рацию. Теперь вы можете корректировать огонь батареи. Для этого откройте карту и сликните. Я знаю, что такое шликать, но что такое сликать, я не знаю. Для этого откройте карту и сликните курсором на участке карты, по которому необходимо открыть огонь. Что значит, я должен сликнуть? Передаю координаты. Долбите! Долбите их! Ну долбите, пожалуйста! Так, корректируем огонь. Передаю координаты. Координаты приняты. По левую сторону дороги хуя. Передаю координаты. Пожалуйста, приняты. Быстрее. Бережем патроны. Передаю координаты. Координаты приняты. О, вот это четкое попадание.
блять, они там разогнались, они нитрометан впрыснули. Они слишком быстро движутся. Бомбите их. Сейчас как в фильме с калаша танк. Анимация перезарядки, прямо как в Таркове. Хуярим сюда. Координаты приняты. Отрезаем, отрезаем их. Только начните стрелять, пожалуйста, сейчас. Сейчас, вот сейчас. Ну, нормально, нормально. Задача выполнена. Некоторое время спустя. Реально, походу, марш мертвецов сейчас. Танк еще флексит, он стоит, крутится, наваливает боком. Хлопцы, я обед привез, кухня, хлопцы. Его сейчас прострелят, ему он яйца отстрелит. Где же вы, хлопцы? Здесь кто-нибудь есть? Идет просто по полю. Атака противника отражена. Россия. Для тебя есть дело. Вчера в Монтиньяке нашим патрулем был задержан американский офицер, который по ошибке заехал на нашу территорию. Ну, сам того не подозревая. Он был очень удивлен, nice, он ехал, увидев наших парней, спешащих к нему на помощь. Это плохо. Это второй. Это еще самый, наверное, полигональный персонаж в игре. Уже через час у нас было чистосердечное признание. Быстро работают. Завтра, Стивен Малком, это дело я могу доверить только тебе. Ты единственный, кто способен выполнить такое задание. Наконец-то. Спасибо, миссия Василий. В стиле Splinter Cell. Я знаю, Андрюш. Подробности Андрюш. Операции у начальника контрразведки. У американцев, походу. Мы захватили офицера, который слил инфу, и теперь мы должны у американского конвоя отжать эту инфу. Про наступление. Забей, тут вообще не понять. Тут реально надо тару готовить, чтобы понимать, что происходит в игре. Ликвидировать полковника секретной службы США, выкрасть секретные документы. Все было бы классно в арме, что в какой-то... Да в арму тоже самое главное, не понятно. Я играл в арму в King of Hill брать когда-то. На дороге, вот сквад нормальная игрулина. Без духоты. Без артиллерии. Даже этот, всем как его? Insurgency Sand Storm, что ли? Тоже нормально. Такие более лайтовые симуляторы боевых действий. В арме духоты просто выше крыши. Я вообще не понимаю, как в нее играть. Бежать, стрелять там недостаточно. Пока ты сидишь, думаешь, тупишь, разбираешься, тебе уже никакого вообще времени на реабилитацию. Зато вода какая, ля. Андрюха по-английски. Ну да. Вдруг у нас во взводе казахи. Казахи английский знают лучше, чем русский. Арма и все армоподобное, это тупо симуляторы ходьбы, на самом деле. Тут от военных действий, вот столько, милиписечки. Только на самовыдумывание. Самая казуальная часть. Но она самая казуальная, потому что она самая примитивная, наверное, поэтому она и казуальная. Потому что задушить больше было нечем. Я говорю, сквад и инсерженси в 1000 раз приятнее, вот в 1000 раз развлекательнее, в 1000 раз интереснее, чем душные эти армищи. Я говорю, у меня друзей штук 20, наверное, которые каждый там чуть ли не каждый день собираются, делают все компании в третьей армии, там кто-то у них на зевсе сидит, они там друг друга спамят всякими мобами, продумывают сюжеты, там качают моды на форму, на трусы, на все качают, все это устраивают. И я когда поиграл с ними, я 5 часов не делал ничего. Я 5 часов просто тупил вместе со всеми. То ли дело в сквадике, в сексуальном сквадике. Берешь, в соплюшечку сел, пацанам подвозишь боеприпасики. Надоело сидеть в сопельке, сел в БМПшечку, братика позвал, впрыгнули. Скоординировали, куда стрелять. Чики-пики. Раз точку захватили, точку два захватили. Хочется экшона. Берешь на мотоцикл, с братиком прыгаешь. Едете на вражеский спаун. Минус. Едете на вражеский спаун, братик берет трубу себе на плечо, вскидывает вражескую соплю в начале каточки. Раз выстегнули, два выстегнули, БМПшечки выстегнули. Напрыгнули на мотоцикл. Он неуловимый. Не убивай! 10 o'clock, soldier, 50.
Damn, 4 is down. Oh no, 3 is down. Так, парни. 2, fall back into formation. А, у меня все сдохли. Roger. Собрался сидеть на точку, на дружке собрал, здесь сейчас садить за штурвалку, который не умеет летать и развивать. Вот, да. Так это и происходит всегда в армии. И мы так летали, падали. Сказал, пацан, мы когда играть-то начнем? Потом мы ехали, нас баты просто через всю карту с РПГ взрывали. Я говорю, парни, когда мы играть-то будем уже? Мы просто едем, вот один чел рулит, сидит, мы просто дохнем. Я говорю, может, батов каких-то полегче? Они такие, да не, мы всегда с такими играми. Уважающие себя люди. Забил и больше никогда не заходил туда. Это просто, ну, неинтересно мне было, например. Мы на перекрестке заложим сейчас пластидик. Дорвем, так сказать, колонну вражескую. Просто, опять же, в схваде Insurgency все попроще. Сдох, респанулся. У тебя есть тикет респаунов. Если есть кто-то адекватный, с кем скопиться, в схваде немного посложнее. Там есть SL, есть, типа, главнокомандующий. Ты, типа, делишься на сквады. SL между собой переговариваются, потом они передают инфу. Ну, короче, какая-то более серьезная координация в скваде присутствует. В Insurgency попроще. Я свой опыт говорю, у меня опять же, после армы сквад для меня казался нереальным раем. Приятно было разобраться, приятно было играть. Так можно и в Warzone. Ты видел Warzone вообще? Просто челы бегают, собирают пластины, вставляют пластины, поднимают пушки. Бежит опять куда-то, собирает пластины, вставляет пластины. Я всю клаву себе заплевал. Соли еще сразу... Сосал дорогу и сидишь. Они уже приехали, по-моему. Восстанавливать машину. Сколько там радиус поражения у этого пластида? Всем все ясно. Так точно. Так точно. В жизни ты бы сиганул с 10 этажа, но нет, конечно. Да я не игрок Warzone, я не знаю, что ты мне рассказываешь. Я сыграл Warzone, 2 катки, по-моему. Эти обе катки были с ботами, так как я был новым игроком, скорее всего. Я занял у них топ-1. И чё, вот я занял топ-1. Ну, не нравится мне Battle Royale. Не нравится побеждать в Battle Royale. Вот абсолютно насрать. Ну, я типа, ну, топ-1 и топ-1. Ну, ладно. Не, ну, в батле... Третий было круто. Или в какой, или в четвертый. В какой там этот небоскреб падал? По-моему, в третий. Или в четвертый. Было круто сигать. В любом случае, ну, вот такие шутеры хардкорные, они для дедов, которым нравится там техника военная, стрельба, формы, которые там хотят во всем этом разбираться, читать. Для чел, который просто хочет пострелять из стволов, это худший, наверное, вариант. Так можно и перехотеть в шутеры играть, в принципе. Потому что от шутера нету ничего абсолютно. Это скорее взаимодействие с игроками другими. Понимание вообще, что тебе делать надо. Мои желания не настолько глубокие. Я хочу бежать и стрелять. И не ждать потом час респы. А, ну вот на этих собраниях мы еще, типа, когда вот в арму мы играли, мы еще, наверное, часа два сидели, одевались. Там кто-то себе такую форму, кто-то такую. Потом кто-то начнет залупаться, типа, какого неаутентично, типа, почему ты надел британское? Она по-любому сшита в Китае, мне насрать. Так же, как и ваш. Потом переодеваешься обратно, спрашиваешь, что мне надеть-то тогда, пацаны? Пацаны тебе говорят, мы не знаем названий. Сидишь, смотришь на список этих форм. Игроки армы, чел, они все абсолютно такие. Че он не умер? О, он стоит. Оу! Не, играть с челами, которые тупо садятся в вертычи и летят видеть, тоже невыносимо. А таких подавляющее большинство. Либо типа обосратые нубы. Лучше, короче, в тупую, как я первый раз, просто подбежать в упор. Итак, практически. Мужики, подробности операции вам известны. Работа предстоит непростая. Парни, я выпрыгнул. Самое главное, не... Парни! Восстанавливать машину придется нежно и ласково, без артиллерии. А, то есть я взрывать не могу так, ее? А что мне с ней делать? В депса переодеться, что ли? Палкой полосатой помахать?
Ну, я не знаю, парни, но вот вы хотите сказать то, что вы видите сейчас, это интересно. Это я еще хотя бы выучил, что нажимать. Да, очень интересно. Я уже, я большее количество, подавляющее количество времени хуярю вперед. Просто вот так вот. Блин, парни. А если я стакан поставлю на В? Как-то надо, как нажать кнопку на клавиатуре, парни? Может, зубочистку между кнопками вставить? Вот я ставлю под S. Нет, она сломалась. Я раньше пауэрбанк ставил на кнопку в таких играх и просто ушел ссать. В доте я пауэрбанк ставил на Enter. Во! Сам идет. Так, корректируем движение. Ну, вон туда, да? Нормально. Вот, вот. Универсальный девайс от Razer для игры в арму. $450. Если что, почта под стримом. На, в жбан. Они не бежали за мной? Вы чё? Я был слишком быстрый. Как... Да опять это крысы. Показываю. Итак, девайс от Razer. Я не знаю. Возможно, этот УАЗик мне нужно сбить вообще, чтобы он не успел уехать. Точно. Типа мы должны, 4 человека должны просто ворваться в них. Ну, скорее всего, мы должны в крысу просто по лесу обойти их. Ну, я так думаю. Типа мы не должны спалиться. Если есть как, поставь как на кнопку. То есть мои маленькие пипирки, она ничего не нажмется на моей клавиатуре, так сказать. Показываю. Берете. Невероятный девайс от Razer. Тут еще есть RGB. RGB подсветка есть. Вон, видите? RGB подсветка. И наслаждайтесь игрой в арму. Наслаждайтесь великолепным своим проведением жизни в арме, так сказать. Можете включить порно на планшете. Посидеть. Инновации, типа там, вы там патентуете что-то. Я патентуюсь. Я понял, почему деды и отцы так любят играть в арму. Во в то время, как они бегут. Ну, там можно нажать, можно запустить в софт, конечно, чтобы у тебя кнопка жалась тупо вперед. Вот, но они могут встать, там, покормить ребенка, поменять подгузники, поработать, пока они куда-то бегут. Ты где? Ну, я впереди. Случайно двинул коврик. И куда я бегу? Нормально, нормально. Уверен. Представляю вот. Теперь он не будет бежать. Razer жопень 3-0. Ты. Я так понимаю, те, что был 1, нет, был 2-0. 1-0 это был прототип, он не был запущен в коммерческое производство, в коммерческую продажу, в коммерческую... аренду, в коммерческую кредит. Коммерческий кредит. Все, продолжаем. Продолжаем невероятное приключение в ОФП. О, что-то пердит. Тихо, пацаны, тихо. Чи-чи-чи. О, что-то едет. 2 o'clock, M113, 200. 7 o'clock, Jeep 100. Так это не с той стороны едет. Ты ебанутый! Отмена огня! Он все спалил. С кем мне приходится работать? Я... Ну, чел, ну мне не видно. Мой спецназ, куда ты едет? И да, это не тот джип, он в другую сторону ехал. Мне надо оттуда конвой перехватывать. Да. Слева направо должна ехать тачка.
Да куда вы ползете? Успокойтесь. Чел, ну тебя убьет там. Минировай смерть. Four is down. 3 o'clock. 18 soldier. 50. 2. Fire. Стреляйте по ним. Machine gunner. 50. Он 360 хочет сделать. Он сделал 360 на ускоп. MLG. Обратно загрузи. Мужик, напиши, пожалуйста, работа четкую последовательность непросто. Действий в самое данной миссии. Не поднять шухер раньше. Я тупой. Мне не хватает сил понять, что я должен сделать. Я причем... Это вторая уже такая миссия. Чтобы вы понимали, парни, я уже прошел одну такую миссию, только подрывал 3 БТРа, по-моему. У меня было 3 взрывчатки, я подрывал 3 БТРа. Не знаю, в Богемии такие садисты работают. Вот что у них не проект, то что, я ноги сломал? Почему я лег? Так, приказ прекратить огонь. У меня кот крякает, вот кот крякает, собака лает, птицы летают перед окном, гориллы лазают в стриме. Понимаешь, что такое реверб? Реверб это типа попространственнее звук, типа более рассеянный. Эхо, короче, вот, да, эхо. Типа не 8D звук, но тоже неплохо. Мне кажется, новая эмо-волна, кстати, грядет какая-то. Чего? Это что за ушлепки? Откуда они здесь? Он жопу показывает вам, понятно? Вы некультурный кот. Мне кажется, мы не дотягиваем до уровня его культуры. Так, парни, не стреляем. Тупо насрал в пакет. Это последний трай. Я не могу больше. Они вообще в лесу сидят и не выходят из леса, если что. Давайте, парни, давайте, давайте. Чуть-чуть, по чуть. Так, первый прибежал, второй. Сейчас опять какая-нибудь БТРина поедет. Кажись, это победный, кстати, трейд. Чел, я ж приказал тебе туда, иди отсюда. Чё ты делаешь? Чё так едет, чё ты едет? Если чё, взрывать я должен самостоятельно. Близко, близко. Ястреб, это наблюдатель. Пассажир прибыл в Лемоль. Типа, это не наш? Это не наш был парень. Он только в Лемуль прибыл. Пассажир. Я такой пипичил вообще нереальный. Арма. Парни, арма. Хардкор. Че здесь шлюпки катаются на джипе? Это оно? Походу не оно. Сука. Консервная банка. А у них есть пластиды? 6 o'clock. Chopper 500. Чел, пожалуйста, установи пластид. 1 o'clock. Enemy man 200. 3 o'clock. Enemy man 200. 2 o'clock. Man 500. What the fuck? Это наши? 2. Go to 0. 5. 9. 7 o'clock. Keep 100. В виде боя со стороны каждый мнит себя стратегом. War Thunder покупал у меня рекламу. Играйте, качайте War Thunder под стримом.